Всем привет, чуваки, меня зовут Майк, вы смотрите мой ежедневный влог, за спиной гитара, а в кармане пиво и хлеб, за спиной гитара, в кармане пиво и хлеб, чьи слова, конечно же, чужа. Собрался на репетицию, я уже через полчаса должен быть за около, сколько там, километров 9, наверное, от дома. Вот, поэтому погнал я в тачку и поехал на репу. Да, будем сегодня репетировать. Я так полагаю, что сегодня генеральная репетиция перед выступлением 24 января. Какого января? Уже январь давно прошел. 24 февраля в клубе Боб. Это около цирка. Выступаем, играем, гранж, Нирвана пати всем быть. Пойдешь со мной играть? Будешь на барабанах играть? Давай группу создадим, Барик. Смотрите, какая ясная погода, какое небо голубое, офигенско. Что ж, я вышел с репетиционной точки, немножечко охрип, ну, совсем немножко, потому что совсем недавно репетировали, и голос уже как бы привыкший, не голос, а связки. А вот, сейчас еду за Алиской. На репетиции не стал ничего снимать, потому что у нас реально не было времени, нам нужно было отыграть. Но мы еще решили в субботу генеральную репетицию сделать. Но мы уже все, как бы, в принципе, мы готовы как надо. На 98% точно мы готовы отыграть. Осталось только еще раз все это отточить, все места такие там фишечные, так скажем. Вот. Ну, увидимся дома. Танцуют все. Мы в обе. Смотрю фанерку, потому что скоро будет свободная тема, да, чуваки? Не знаю, насколько скоро, но сделаю... Да что ж такое? Это все после репетиции. Вот. Смотрим фанерку, нужна береза, разные толщины. Посмотрели, прикинули. В принципе, есть. И не так уж и дорого, так что, наверное, скоро действительно отсниму. Надеюсь, будет вам интересно. Сейчас не буду, конечно, говорить о чем. Подождели. Пока не буду говорить о чем. Сами узнаете. О, да, детка, я вернулся к тебе. Как ты тут без меня? Скучала? Я дома сегодня. Я не в стиле Фреда Дёрста. В стиле Фреда Дёрста сегодня крэш. Крэш — это тарелка. Ну, в данном случае, конечно, в электронных барабанных установках крэшем может быть и вот это вот, этот пэт. Вот, смотрю видеоуроки по обработке музыки, просто что-то навеяло, захотелось немножко намотать на ус, так скажем. Что ж, завтра, кстати, идем с папой на концерт Чижа. Я обязательно покажу вам, немножко не обещаю снимать весь концерт, конечно, но что-нибудь я вам обязательно покажу, друзья. Вот, ну а сейчас все, спать, думаю, пора. Всем отличного настроения и продолжаем шоу. Завтра. Все, с вами был Майк Покеда. Hey,